Мэр Константин Шестаков поставил задачу строительной организации восстановить подпорную стену в районе Черняховского 7 до 10 апреля. Это время необходимо для набора прочности бетонной конструкции. После, к 15 мая, будет полностью восстановлено благоустройство придомовой территории, пострадавшей в результате схода грунта. Сейчас на стройплощадке уже идут работы по укреплению откоса. Возводится новая подпорная стена. В частности, устраивают армокаркас, проводят бетонирование, ведут земляные работы. В этом задействовано несколько единиц специальной техники. 20 чисел апреля мы должны сделать обратную засыпку с восстановлением коммуникаций, которые были повреждены. В районе 15 мая мы планируем восстановить благоустройство уже в чистом виде. Это асфальт, это бордюр, это зеленые насаждения, которые пострадали в ходе схода грунта.